В общем, вы знаете, а как делается вот так? Просто нажимаем на это приложение, ссылка в описании, под роликом, и... Ее нажимаем. А короче, вот тут пишут они аниматроники, Лунтик, Смешарики. А давайте посмотрим, ну, просто Доми Шоу. Естественно, номер. А все очень просто. Да. Как видите, просто так, то можно 5, 4, 3, 2, 1, 0, 9, 8, 6, 6, 6, 5. Тут картину можно добавлять. Видимо. Вот выбираем это. Вот добавляем, вот добавляем, вот добавляем все. Да? Вот, сделал. А график? Нет, сейчас. А здесь можно менять голос, что когда ты принимаешь, и он будет говорить сам, собственно. Давайте я сейчас поставлю на паузу. Ребята, я исправила вот такое, теперь тут графика, тут не графика, тут графика настоящая, тут графика придумали. Может, такое графику можно делать, можно менять. Можно на 10 секунд. И ждем звонка, собственно. Вот принимаем. В общем так, ребята, я тут замечаю звонка, ну, именно на последний день, можно так что-либо сказать, и я пойду сегодня ночью встретиться с дочерью из-за того, что я больше из автомата. Вот такое, ребята, у нас получилось приключение. Если кому понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!